О последних атаках, эвакуации людей, гуманитарной обстановке в Авдеевке, потерях врага на подступах к городу, о том, как ВСУ держит оборону, поговорим с нашим гостем Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Ну вот Марьинка и Авдеевка остаются самыми горячими точками фронта. Враг продолжает сосредотачивать там свои усилия. Скажите, какая сегодня оперативная обстановка? Насколько интенсивны обстрелы наших позиций? И вот какие силы враг накопил и использует? Ну, скажем так, ситуация очень накаленная, напряженная, но контролируемая. В связи с тем, что вчера прошел очень такой сильный дождь, поэтому, скажем так, атак меньше, и они малочисленные и больше похожи на какие-то будоражащие такие вылазки. Ночь в целом прошла более или менее спокойно. 6:25 был массированный обстрел старой части города. Была мысль, что будет продолжение вчерашнего дня, потому что вчера в 4:16 начался массированный обстрел всего города, и старой части, и центральной части города. Это была артподготовка, после чего в 5:15 началась атака, пошли они практически в лобовую именно на город силами 7 единиц бронетехники, 5 танков и 2 БМП, и пехота в районе там 50-60 человек. 2 танка сгорели, 2 было подбито, 1 танк удалось ему уйти, БМП тоже отошли. Ну и порядка 40 человек в том бою вчера, скажем так, врага было уничтожено. В целом, повторюсь, ночь была более или менее спокойная. С утра, конечно, началось опять обстрелы, танковые обстрелы, грады, авиация пока еще сегодня не залетала. Ну, в связи с его, скорее всего, с погодными условиями, потому что ну, довольно так, туманно у нас, и, ну, наверное, пока это не дает им возможности использовать авиацию именно сегодня. К сожалению, мы имеем уже и сегодня раненого одного гражданского, подорвался на так званой мини-противопехотный лепесток в старой части города. Ну, бои, скажем так, сейчас как таковые не происходят, просто идут артиллерийские дуэли. Скажите, вы сказали, вот 40 оккупантов было уничтожено, а кто это? Там же и Министерство обороны российское воюет, и разные ЧВК, их очень много. Ну, именно здесь в лобовую шли кадровые российские военные. Скажите, вот накануне власти так называемой ДНР заявили, что, цитирую, ситуация в Авдеевке и Марьинке контролируемая, опасаться серьезного продвижения ВСУ не стоит, но ситуация остается напряженной. Да, вот как это можно перевести с ДНРовского, да, на понятный язык? И совсем недавно напомним, что в Макеевке, в окрестностях Пролетарского района, в самом Донецке накануне горели их склады с боекомплектами и ГСМ. Интересно, вы сказали, как перевести с ДНРовского языка. Прям хорошее выражение, понравилось. Ну, на самом деле, все с точности до наоборот. Авдеевка контролируется вооруженными силами Украины. Ситуация сложная, но контролируемая. Продвижение, понятно, с нашей стороны пока и не планируется. Сейчас наша задача именно по нашему направлению – все-таки сдержать этот натиск, который, ну, они реально давят. Их количество и техники, и живой силы в несколько раз превышает наши силы. Но мы видим по результатам, скажем так, удается вооруженным силам держать все позиции. Те успехи, которые периодически там или иначе, где-то там точечно, у них получается, реально проходит день-два, все позиции возвращаются назад под контроль наших вооруженных сил. Ну, если, знаете, коротко перевести, ну, просто ребята берут, не ребята, это, не знаю, это враг, просто берут и перекручивают, вот ровно на 180.
На Авдеевском направлении возле Первомайского три офицера и 25 солдат из 110-й бригады армии РФ сдались в плен. Отряд «Шторм» был разгромлен 59-й мотопехотной бригадой ВСУ в районе Авдеевки. Часть военных погибла от своей же артиллерии. Есть ли цифры потерь врага там и насколько часто у них случается вот такой дружественный огонь? В среднем по нашему направлению в сутки по сводкам от, не знаю, там 80 до 250 погибает их личного состава, этого биомусора. Скажем так, отрабатывают они по своим, ну, очень часто. Я не могу сказать, нет какой-то статистики, мы ее не ведем, но, как показывает практика, это ну, не каждый день, но очень часто. По поводу пленных, да, последнее, это вот мы говорили сейчас про юг от города, а если взять севернее города, то в прошлую субботу было в плен взято 10 человек, 7 из них это ну, россияне, 3 ДНРовца, россияне это мобилизированные, ДНРовцы, какой-то нонсенс, вообще непонятно, никогда такого не было за все 9 лет войны. Один из ДНРовцев, житель Полтавы. Как он здесь очутился, непонятно. Ну, силовики разбираются. Ну, вот и такие случаи кумедные бывают. По поводу «Шторм-З», их тоже на воскресенье, по-моему, или в понедельник, их 22 человека взяли тоже в плен, штормовцу. Ну, это частная, но они себя уже называют «Шторм-З», частная военная компания «Шойгу». Ну, те же зэки, те же, скажем так, заключенные. А вот интересно, как события в Бахмуте вот и вокруг него влияют на обстановку на Авдеевском направлении? Вы знаете, ну, мы не ощущаем. У нас ничего не меняется. Мы прекрасно понимали, что как только подсохнут грунты, они будут наступать. Потому что данные разведки постоянно передавали, что идет накопление техники и в районе Верхнеторецкого, и в районе Макеевки Донецка было переброшено 10-й полк танковый. Ну, то есть мы понимали, что это рано или поздно и будет. Поэтому вот какие-то вот события вокруг Бахмута, ну, мы их не ощущаем. Скажите, вот и МЧС, и волонтеры, и полиция, вот постоянно, рискуя своими жизнями, приходят на помощь людям, которые отказываются уезжать. И несмотря на постоянные атаки, в городе остаются, вот по вашим подсчетам, может быть, другая цифра, но вот была цифра 1750 человек, да? И сдвинуть с мертвой точки вот этот вопрос их эвакуации пока не удается. Но не помогают ни уговоры, ни просьбы. Была также информация, что в городе могут быть дети еще. Скажите, вот удалось ли полиции проверить эти факты? По поводу эвакуации, цифра на вчера 1745 человек остается в городе. Сегодня ну, по городу мы видели, что люди ожидают эвакуации, передвигались по городу. Видим, что сегодня еще будут люди, какая-то часть ну, выйдет из города. Вы знаете, уговоры действительно не помогают в большей степени, потому что ну, больше года мы их уговариваем. Больше сейчас на людей, на принятие решения влияют вот эти авиаракетные удары, которые складывают дома. Ну, вот несколько дней назад девятиэтажку сложили, сегодня были там на месте. И, кстати, люди, два человека, которые сегодня на эвакуацию собирались, они были из соседнего дома. Они, вот они сами говорят, что вот под завалами два человека остаются, и их невозможно вот просто никак оттуда достать. И все это прекрасно понимают. Вот это больше на людей влияет, принимать все-таки решения и выезжать. По поводу детей, факты проверяются, пока они не подтверждаются. Один ребенок официально у нас остается, ищем его. Подтверждение тому, что он где-то в более безопасном месте, ну, к сожалению, пока нет. Поэтому ищем, надеемся, что найдем. К сожалению,
не все люди, которые находятся в городе, или волонтеры, которые приезжают именно с благими вроде бы как изначально намерениями помочь, не все правильно реагируют на сложившуюся ситуацию. Есть волонтеры, есть местные жители, которые действительно нам помогают, чтобы найти этих детей, подсказывают. А есть и, ну, реально, я уже их несколько раз назвал, мы в глаза посмотрим еще этим людям, недоволонтеры, представители какой-то там церковной организации, раздавая гуманитарную помощь по городу, записывают видео, хайпуют на этом. Мы не представители власти, мы не представители Белого Ангела. Они рассказывают, ну, якобы власти и полиция рассказывают, что в городе два ребенка, на самом деле мы-то знаем, что их больше, но мы им не скажем, мы ж за вас, мы не за них, ну, то есть, и это и в соцсетях это видео гуляет, ну, полиция занимается этим вопросом, это, знаете, вот морально, мне кажется, это вот этих людей можно вот смело уже назвать соучастниками, не дай боже, какой-либо трагедии, которая может, к сожалению, случиться в будь какую минуту в нашем городе. Но не дай боже, ну вот если ты знаешь, что ребенок находится в городе, и ты покрываешь это, не подсказываешь, не рассказываешь, а еще и пытаешься на этом как-то хайповать, но мне интересно, что это за церковь и что у них за вера вообще. Да, ты выехал на безопасную территорию, да, выкладываешь это видео, а там же в любой момент может прилететь. Да, именно так. И причем, ну, они действительно на этом, они этим кичатся, что вот мы не власть, мы им не скажем, где эти дети. Ну, полиция занимается этим вопросом. Да. Скажите, вот еще была такая информация, что оккупанты вывезли из Бахмута более 3500 человек. Вот об этом заявили в их Общероссийском народном фронте. И людей разместили в разных городах оккупированной части Донецкой области. Скажите, вы обладаете такой информацией? Можете ее подтвердить или опровергнуть? Да, была такая информация, но, к сожалению, вот подтверждения этим слов пока нет. Но из тех людей, с которыми я лично или мое окружение общается, из городов Шахтерск, Торез, Макеевка, Донецк, даже Ясиноватая, никто не сказал, что у нас здесь появились люди из Бахмута. Ясно. Спасибо огромное. Спасибо прежде всего за вашу работу. Спасибо за ваши комментарии, за последнюю информацию, за эту содержательную беседу. А зрителям напомню, Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, был с нами на связи. Спасибо. Держитесь.